И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, впрочем, как и всегда, Алкобард. И мы, конечно же, будем что-то пить. А заодно об этом обязательно и поговорим. Горлышко у меня сегодня так себе. Провозился весь день на улице. Вообще, честно говоря, я сегодня слабенькое хотел записывать. Но понял, что замерз. Все вот это вот. Короче, будет крепенькое. Умеренно крепенькое. И еще и с придурью. То есть с привкусом. И поэтому... Мной была выужена из закромов, так сказать, вот такая бутылка бульбаш, настойка полусладкая айва. Соправдная белорусская, настоящая белорусская айва. Нет, ну айва, в принципе, у нас растет, скорее всего, конечно же, это исконно белорусская, понятное дело. Но спасибо бульбашу за читабельный текст на контр-этикетке. Потому что мы здесь имеем вода питьевая из артезианской скважины исправленная, спирт люкс, сахарный сироп на третьем месте, ну в принципе да, настойка полусладкая, сокосодержащая база айва, в которую входят, внимание, сахар, вода, концентрат софлора, кто это такой, концентрированные соки лимона и айвы, натуральный ароматизатор айва, спиртованный настой груши и чернослива, пищевые добавки, регулятор кислотности, кислота лимонная и краситель сахарный, колер простой. Фига себе, господа. Аж это, я аж даже, наверное, задумался. Кстати, есть у меня одно подозрение, но мне для этого надо очки. Мне для этого очень надо. Сахар, кстати, 9,6 на 100, то есть 96 на литр. Это до хрена, ребята. Это до хрена. А, нет, все нормально. Я уж подумал, скобка была открытая, скобку не закрыли. Только хотел сказать, бульбаш, ну кто у вас за этим следит? А так оказалось, лошара, я. Ну да ладно. Крепость 37, господа. Крепость 37. В последнее время очень часто эта крепость встречается. Знаете, как всегда, кто-нибудь один выдумал, и давай остальные все это дело копировать. Ладно, накапаем первую. Но сразу же хочу наехать, еще не распивая. У одного из конкурентов данного напитка, а именно у Минского завода виноградных вин, в их серии «Свояк» с айвой, их же лицензионный «Стумбрас» с айвой, там хотя бы есть айва. По крайней мере, в «Стумбрасе» точно есть. Здесь айвы внутри не обнаружено. Обидно, ребята, обидно. Могли бы уже кусочек и положить. Люди любят, когда что-нибудь внутри такое плавает. Пахнет. Прям пахнет, прям айвой. Но при таком количестве сахара что-нибудь у меня обязательно слипнется. Первое. Ой, а вот сейчас пошло не так. Вначале было хорошо. Вначале прям вообще хорошо было. То есть сахар особо не чувствовался, так айва пошла. И вот сейчас оно скатилось в такую горчинку. Опять же, может, это первое, конечно же, это первый буль, а тем более, ну вот я даже по бульбашевской бутылке, если кто не знает, здесь були от 1 до 10. Я вот даже до первого буля толком не докапал, поэтому исправляюсь, накапываю вторую, пусть слегка постоит. Еще из минусов, конечно, может быть, это мое освещение, но мне откровенно не нравится цвет напитка. Знаете, как-то так вот похоже на не очень хорошие анализы. И вроде бы так в бутылке смотрится получше. А вот когда наливаешь, что-то немножечко не так. У меня дочка всегда так в детстве говорила. Немножко не так. Даш, ты в цирк ходила. Тебе понравилось? Да, но немножко не так. А подарки на день рождения понравились? Да, но немножко не так. Короче, вот здесь немножко не так. Честно говоря, внешне даже слегка отталкивающе. Но в принципе пока было пивабельно. Если бы не та горчинка в конце. Ну вот оно постояло, я даже в руке это дело погрею, а ручка у меня сейчас теплая, я так качественно отогрелся, кстати, нормально. Так. Ну, оно прям пахнет. Да, блин. Сейчас будет маленькая вынужденная пауза. Ну, для вас переход через черное. Рассказываю страшную историю. Опять врубился свет снаружи. Ну да ладно. Короче, это немножко не по теме. Но я же люблю иногда поболтать не по теме, правда? Поэтому сейчас накапываем под нефтемную. Я уже как-то рассказывал, что у меня большинство коммуникаций в доме подрублено на умный дом.
То есть это обогреватель, вот который, например, здесь стоит, это Xiaomi-вский. Куча Яндекс-розеток, соответственно, их та, которую нельзя называть, потому что я ее сейчас не выключил, звук не убрал. Сейчас начнет мне на вопросы отвечать. Ну и так далее и тому подобное. И еще плюс пара розеток умных тапа, это которые снаружи, плюс камера таповская. Ну, короче, все вот это вот. Видите ли, с Яндексом не всегда удается наладить правильное общение всех этих продуктов, так скажем. Особенно, когда ты только что в телефоне все обновил, все под них приложения, когда решил переназначить сценарии и так далее и тому подобное. В общем, сейчас у меня из новых приколов у меня врубается наружный свет. Ну вот врубается и все тут. Собака счастлива, естественно. До этого она умела только включать свет, забегая в гараж. Там у меня стоит на датчик движения. То есть собака забегает и 50 ватт, причем, простите, светодиодных, то есть так под 400 суммарно, врубается на, собственно, ну гараж, сарай, какая разница. Но вот эту вот площадь. Собака счастлива, любит бегать и включать. А теперь у меня еще и снаружи такая же беда. Причем я связываю это с тем, что я недавно перенастроил систему на кодовые слова, ну на тему, ты подъезжаешь к дому, ну, темно на улице, все, жопа, ты активизируешь, по словам, я дома. У тебя врубается наружный свет и вот этот вот ночничок, вот этот вот. Но сейчас что-то то свет снаружи как-то не очень хорошо работает, надо что-то перенастроить. За то, чтобы руки росли из правильного места и за то, чтобы я смог это все перенастроить. Да, вот после внеплановых таких вещей уже начинает работать все. Уже все хорошо, уже прям пьется. Кстати, крепость в 37 в данном случае, наверное, оправдана. Хотя я бы, может, даже делал чуть поменьше, 35. Напиток не резкий получается, потому что айвушечки-сороковочки, они обычно резче. Вот здесь заходит мягче, ну плюс еще, конечно, количество сахара. А куда деваться? Да, и в продолжение предыдущей темы насчет света и прочего. Не повторяйте моих ошибок, если решите такое делать. Например, вот этот фонарик, вот здесь лампочка, она как раз вот эта умная Яндекс-лампа, которая управляется посредством той самой, которую нельзя называть, а то она сейчас включится. И она подключена напрямую просто. Она постоянно подключена на питание. Это дикая ошибка, не делайте так. Делайте как угодно, через выключатель, через что-нибудь. Например, стандартная причина – пропадание интернета. Может такое быть, может. У меня это случилось вчера, я просто тупо его забыл оплатить. И у меня с утра я встаю и понимаю, что что-то тут не так. И на улице еще темно, а у меня в доме иллюминация из Яндекс-розеток. Они светятся синеньким, значит у них связи нету. Горит вот это в полмощности, горит еще одна лампа в полмощности. Короче, все кобздец, все потерялось. А все почему? Потому что интернет пропал, и умный дом стал вообще тупым домом, капец. Дальше никак уже ничем не управляется. И вот на такие вещи предусмотрены, собственно, выключатели, господа. Предусматривайте, точнее, выключатели. А у нас четвертое определяющее. Внешний вид. Даже особо говорить не буду, потому что для бульбаша внешний вид, он для всех одинаков. Вот эту вот серию, она узнаваема с любой этикеткой, просто абсолютно с любой. Ну, правда, тут айватка большая нарисована, симпатичненькая. Гарантия качества чего? От нашего мастера. Ну, хорошо, предположим. В бутылке смотрится хорошо, в коньячном не очень. Честно, как я уже говорил, может освещение виновато, но слегка похоже на не очень хороший анализ. Ну вот примерно так. Пахнет хорошо. Пахнет прям хорошо. Причем айвой, да, все классно, ненавязчиво айвой, никакой спиртуозности, вот этого всего тут нет. Даже если пополоскать во рту, спиртуозность, понятное дело, проявляется, но мягенькая. Это хорошо. Но, ложка дегтя. Я абсолютно не знаю, как это выставить на стол, например, под закуску. То есть, под какую закуску я это поставлю? Ну, сыр разве что. То есть, вот на стандартную пьянку, как все это представляют, стол там ломится, все вот это вот. День рождения, пьянка, свадьба, неважно что. Я не знаю, как ее выставить на такой стол. И как под нее вообще, вот что под нее подобрать. Это напиток-эгоист. Он не терпит закуски и не терпит количество людей вокруг. Это вот вы сели один, максимум вдвоем. И вот так для себя чуть-чуть. При этом сей напиток много употреблять не надо.
не надо. Сахара много, крепость довольно высокая. Опять же, та же самая айва на любителя. На любителя. И в данном случае, вот да, напиток эгоист, то есть не для ежедневного, скажем, потребления. То есть, если у бульбаша есть куча разных водок, которые можно просто взять и пить себе спокойненько и наслаждаться, тут вы насладитесь первыми 100 граммами, а дальше у вас или что-то склеится от сахара, или где-то что-то заболит от того же сахара. Поэтому, ну его нахрен в количестве его употреблять. По факту претензия здесь, кроме цвета вот в бокале, хотя, опять же, грешу на свой свет, потому что холодным светодиодным светом вот это все сделать, это надо было додуматься, честно говоря. Люди, которые связаны с видеосъемкой, меня поймут и будут дико ржать. Ну, потом, лоханулся, извините. Во-первых, свет надо было делать теплый. А, во-вторых, немножко располагать по-другому, но уже все делалось на скорую руку, как всегда. Вы же понимаете, сейчас я сделаю временно, на пару дней все, а потом все переделаю. Полтора года. Полтора года, как я это поставил временно, да. Короче. Возьму ли я еще раз? Наверное, нет. Хотя я не против этого напитка, я его вполне себе так даже слегка с удовольствием употребляю, но, дайте еще чуть-чуть, а то я тогда полоскал. В чистом виде хорошо, но я не знаю, чем это закусывать. Опять же, вот кроме сыра, желательно тверденького какого-нибудь там, или таких соленых сыров. Может, они нивелируют вот этот сахар. Но это не напиток на каждый день. Это вот бутылочка у меня будет долго-долго распиваться, честно. Вот долго-долго. Как согревайку я ее тоже не назову, это не согревайка. Это именно такой. Вот сел перед телевизором что-то посмотреть. И накапал себе, ну вот так, вот так. И это ты все потихоньку подтягиваешь. Тогда да. Тогда прокатит. Но это не вариант для пьянки. Хотя, в принципе, неплохой девочковый вариант. Если девочка не сильно против айвы. Обычно любят что-нибудь такое породнее, чем настоящая белорусская айва. Что-нибудь такое близкое, родное и так далее. Но, опять же, второй минус. Кроме цвета в бокале, это отсутствие внутри кусочка чего-нибудь. Могли бы уже и закинуть, что... Что зажарить-то, в конце концов? Ну, надо было, надо. Хотя, с другой стороны, у него есть некоторый хороший эффект. Горло потихоньку проходит, отходит даже немножечко. И где-то скоро я смогу что-нибудь спеть. Но не буду, потому что жена уже спит. Но когда-нибудь надо будет. Короче, итоговое. Наливаем пятую, заключительную. По итогу что? Ну, свет меня уличный сегодня сбил по итогу. Но, с другой стороны, это разбавило довольно скучно обзорную видяшку. Что само по себе тоже неплохо. Поэтому будем пить заключительную, которая будет питься за вас, дорогие мои. За ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей иногда не очень периодичностью. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. За то, что почему-то сегодня ни разу не пришла кошка. Я даже не понял, что происходит вообще. Может, айву не любит, хрен ее знает. И, собственно... За неоднозначные, но в целом хорошие впечатления вот от этого. Вот. Поэтому поехали и всем пока.